У работников комитета по транспорту и полицейских выходные не удались. Вместо отдыха им пришлось выслеживать и наказывать нелегальных таксистов. Да и самим нелегалам вечер субботы подпортили. Карточка разрешения на ленинг с такси есть у вас? Нету. Берите документы, проходите в машину. Раньше комитет проводил рейды только в будни среди бела дня. Теперь же мероприятия по выявлению нелегалов будут проходить даже вечерами в выходные. Самое злачное время для перевозчиков. Большинство таксистов принимают наказание спокойно. Но есть и те, что пытаются его избежать, пререкаясь с инспекторами. А про деньги у нас в законе ничего не говорится. Я беру, может, добрую штуку. Ради бога, значит, вы отбираете тем самым хлеб у легальных таксистов, которые вывезли его за деньги. Так. Почему не может быть бюро добропускных? Бюро добропускных быть не может. Этим делу уже не поможешь. Теперь изъятие авто нарушителя для контролирующих органов – обычная практика. Этим двум нелегалам также не повезло. Их орудия труда останутся на штрафстоянке до решения суда. Наталья Романова, РТВ Иваново.